Давай быстрей! Быстрей, хлопцы! Быстрей! Засекли, гады! А тут лысая гора! Никуда и не скроешься! Ага! Как комар! На голой заднице! Поехали! Поехали! Что? Своих увидел? Своих, сволочь фашистская! Радуйся! Ну, не только тебе радоваться! Что ты делаешь? Не видишь, устал лошадь! А я и устал! Я тоже устал! Человек, ну! Sie sind in den Karpaten, Obergruppenführer. Они в Карпатах. В этом квадрате никаких укрытий. Ну, Берге und Berge. Der lang ersehnte Tag. Я ждал этого дня. Na schön. Jetzt müssen ihre Staffeln in Aktion. Ну что ж, поднимайте ваши эскадрильи, оберст. Und mit Gott. И да поможет вам Бог. Sie haben es zu ihm näher. Вы ведь к нему ближе. Ты мне уши береги! Мне твои уши нужны! Бронебойными! По самолетам! Прицельно! Что ноги? Бури! Доктора! Вот высокие, крутые, горькие. Куда? Ах ты ж гад! Да ну иди сюда! Ты мне поговори, поговори! Я с тобой опосля по-нашему поговорю! Все поймешь! Попал, товарищ комиссар! Попал!
скажите спасибо господину Крюгеру за то, что преподал нам урок войны в горах. 10 убитых, 29 раненых. Боеприпасы почти все целы, артиллерия тоже. Продовольствие пропало почти все. А кони, кони, Ленкин, да Ленкин? 150 побито. Потому что ползете, как беременные воши. Воевать разучились. Это вам не Спадчанский лес. Это не Днепровские плавни, хлопцы. Тут другая стратегия должна быть, новая. Сидор. Да что Сидор, Сидор? Сидор. Под юбками бабскими вам воевать, а не с Крюгером в Карпатах. Люди делали все, что могли, Сидор. Выбились из сил. В горах впервые. Да и впервые столько самолетов на нас бросили. Да! А це вже дулі. Тут ви бистрі. Табачок врозь. Пока не научитесь воювати в горах. Понятно? От так. Да не останемся ми в долгу, мать їх на перекос. Ну, отсипте. Это все, что осталось от их обоза и главного подразделения. Теперь их надо только добить. Бросайте из резерва 6-й горнострелковый. Как вы думаете, что предполагает сделать сейчас Крюгер? Думаю, попытается окружить. А часть своих сил соберет в кулак и ударит до полного уничтожения. Правильно. Лейтенант, растешь? Я тоже так думаю. А что будем делать мы? Прорвемся, Сидор Артемьевич. Нащупаем слабинку и... О! И сделаем общий шурум-бурум. Нехай побегает, поищет нас, покрутится. А для этого, Петровский, берешь крепких хлопцев и идешь на Бытков. Там нефтепромысел. Есть. Николаев с батальоном. Идешь на Яблоньку. И как она? Крычку. И Крычку. Охрименко, пойдешь на Коломию. Ленкин с хлопцами на конях туда далеко, в Дрогобич и Борислав. А на обратном пути вдоль венгерской границы. Пронюхай, прощупай, посмотри в общем там. Горонько! Я здесь. Готов, хлопцы. Горонько, в каждую группу дай добрячих подрывников. Есть. А сам? Сам пойдешь, пожалуй. А он пусть Скорпенко пойдет на дворный. Там, по данным разведки, секретное нефтехранилище. Пошукайте, знайдете и запалите. Легко сказать. Поищите, найдете, запалите. Федю, так я ж не говорю, что легко. Пошукайте и знайдете. А раз знайдете, то что? Запалим. Не оставлять же на память. А в это время, Базима, Гриша, Семен Васильевич, мы ищем место для прорыва. Вот так, хлопцы. Платон, подожди, не уходи, я хочу с этим немцем потолковать. Может, он что-нибудь подскажет насчет нефтехранилища? Гартман, ich möchte Ihnen einige Fragen stellen. Я хочу задать вам несколько вопросов и надеюсь получить на них четкие ответы. Fangen Sie mit der Folter an. Danke. Видал, какой быстрый. Просит уничтожить. Wir machen so etwas. Мы этим не занимаемся, Гартман. Ich mache Sie aber aufmerksam, sogar wenn Sie mich foltern. Но я предупреждаю, даже под пыткой я ничего не скажу. Schade, ich rechnete auf Ihre Vernunft. Жаль, я рассчитывал на ваше благоразумие. Verspielt und nicht. Вы уже проиграли, и терять вам больше нечего. Ja, ich weiß. Согласен. Ich selbst habe den Krieg. Лично я проиграл. Но не Германия, не мы. Bei uns in Russland haben wir ein Sprichwort, Hartmann. Цыплят по осени считают. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir werden sehen. Посмотрим. Товарищ подполковник! Да? Имеется вопрос? Ну, спрашивай. Зорька притомилась. Ну? Харч переводит, по три порции сжирает. Кто, Зорька, что ли? Да нет, вот этот вот гад. А-а-а. Я думаю, нахрена он нам нужен? Ну. Может, он... Ну, ты смотри, головой за него отвечаешь. Ага, понял. В эти июльские дни на Курской дуге
Советские войска отбросили противника. Стремясь удержаться, гитлеровцы отовсюду стягивали резервы и бросали их в бой. Шла жестокая война людей и моторов. А моторам нужно горючее. Много горючего. Здесь, в Карпатах, добывалась первосортная нефть. Так, вы в полиции нафтопшемыслы. Як то у вас? Нефтепромыслы, так? Да. А где будут працовать наши люди? Маем тутай свой кавал хлеба? Маем маленькие дети? У фашистов на этой нефти работают танки и самолеты. От этих танков и самолетов гибнут на фронте наши люди. А у них тоже есть маленькие дети. Разумеем, разумеем. Где-то здесь, у фашистов, есть секретные бедзахранилища. Так вот, мы должны их найти. Конечно, с вашей помощью, пан отец Анжи. Добже. Ежи, Вацик, идьте с панами. Покажьте им веже нафтове. Подземный худ так само. Покажьте им всичко. Przebrać się. Wziąć broń. Ale już. Idźcie. Z nami Jezus Chrystus. Однако же дисциплинка у вас, святой отец. Так. Если монах капрал войска польского, он знает, как это служба. О. Если монах капрал, то кто же тогда ксёнц? Капитан? Майор? Полковник? Так, полковник. Полковник армии людовой. Выпьем мы. Нех сгине фашизм. Нех жиє Россия и Польска. И раскурил дед Кафак свою знаменитую цигарку. Запылали нефтепромыслы в Яблоневе, Быткове, Солотвине, Надворной. Die Erdölfelder und Tanks im Raum Solothurn und Dvornia sind vernichtet, alle Eisenbahnlinien gesprengt. Они уничтожили все нефтепромыслы и хранилища в районе Солотвин, Гута, Надворная. Выведены из строя также все магистрали. Рейхсфюрер сообщает, в Ставке уже все знают. Шербак, was halten Sie eigentlich von Nietzsches Amor Fati? Как вы относитесь к ницшеанской Amor Fati? Ich meine das... Was Nietzsche Liebe zum Schicksal nennt. Я имею в виду то, что Ницше называет любовью к судьбе. Jeder soll sein Schicksal lieben. Каждый должен любить свою судьбу. Auch wenn es tragisch ist. Даже если она трагическая. И с открытыми глазами идти ей навстречу. Ich weiß, dass Krüger sich nie ein Lob Kolpak verdienen wird. Weil nie jemand wissen wird. Я знаю, никто не возвеличит Крюгера за то, что он уничтожит Ковпака, потому что никто и никогда не узнает о Ковпаке. Он хочет, чтобы мы распылили свои силы для защиты нефтепромыслов. Это ерунда. Бессмыслица. Слушайте, Шерберг, greifen Sie unentwegt an. Продолжайте атаковать. Und dringen Sie ihn immer weiter und weiter an die Grenze. И прижимайте их все дальше к границе.
Wir werden jetzt handeln. Мы будем действовать. Фольбакс маршвег ist auf ihren Befehl in eine Zone von Hunger und Tod verwandelt. На пути Ковпака, согласно вашего приказа, создана зона смерти и голода. В горы они уже не пойдут. Wir regeln die Westgrenze. Западные границы мы закрываем. Hier ist der Marschweg. Вот их путь. Und hier im Tal werden wir... И здесь, в долине, sie schnappen. Мы накрываем их. Как ваше имя? Иваночка. А это не я имя. Фамилия. Фамилия, прозвище. Может, с нами пойдете? А? Та, мне нема чего терять. Может, и піти. Але дивлюсь я, тут ви з вашими фірами далеко не проїдете. Ой, не проїдете. Горе. А що ж робить? Посовітуйте нам щось. А то, що всі гуцули роблять. Треба ваші фіри переробити на одну кічку. Рішено. Наші двосні повозки переділиваємо на одноосні. Товарищ генерал-майор, всего получается 100 повозок. А раненых? 84. Раненых на повозке, а груз на плечи, вот так. А что с продовольствием? А что с продовольствием? Всего на 2 дня. Растяни на 5. А потом? Горы ж пустые. Ах, если бы не были пустые. А то ж вони самолетами и танками начинены. Ну что нового? Ничего. Ну что там у тебя, Петр Петрович? Федор Артемович. Фашист силой примерно 3-4 полков блокировал долину Быстрицы. Все дороги перекрыты. А ну дай карту, Василь. Значит так. К долине Домницы и Ностры Драгобыч не пробиться. Противник все время подбрасывает подкрепление. Живую силу, артиллерию, бронетранспортеры. Остается один выход. К венгерской границе. А чего он нас, Гриша, подпирает до венгерской границы? Хотят взять в кольцо? Похоже, что так. Да. Мы были и в кольцах, и в мокрых мешках. Но это венгерское кольцо. Особое. Над этим, хлопцы, надо подумать. Камінь Довбуша. А хто це? Народний герой. Тут колись Олекса ходив. Усі стежки знав, як свою Чорногору. Великий отаман. А то, пане товаришу, красний генерал, за тою горою є наша Говерла. А то поп Іван. Близько така, ка? Ох, синку, в горах очам то близько, а ногам йой, як далеко. Знаєш? А то попадя, Параска, Кізли, Шпиці. А там за Дунаєм рікою Балкани. А туди далі теж гори, але то вже не Карпати, а Татри і далі Альпи. Настав час нам з вами проститься, друзі. Границя рядом. Ідіть в Словакію, в Венгрію, піднімайте народ. Партизанскую школу вы прошли добрую. Так пусть же пламя партизанской войны с фашизмом перебросится на ту сторону Карпат. Чем могли, мы с вами поделились. Остальное берите в бою у врагов. Листовки раздайте людям, переведите. Коммунистическое слово вам известно, воюет добре. Здесь правда о разгроме фашистов на Курской дуге. Не хочеться иметь расставание в такой тяжелый час. Бросать не хочеться. А позже вам не выбраться. Да и там вы нужнее для нашего дела. Если каждый из вас поднимет хоть 100 человек... Будем поднимать. Прощай, дорогой комиссар.
дорогой душа, любил тебя, комиссар. В добрый час. Счастливого пути. Спасибо. Всего. До встречи. Болро! Индуй! А что, если нам эта песня да в руку? Если мы действительно по шляху Довбуша махнем на Куты и Косово, а? Долина и Прута? Ага. Дороги перекрыты, немцы кругом. Должна тут где-то быть старая дорога. Можешь поискать? Стоит, Петр Петрович. Я в империалистическую не одни штаны на этих дорогах протер. Два Георгия. Их императорское величество на гимнастерку повесил сам. Николка. Ага. Плюгавенький такой. Как увидел его, думаю, вот за тебя я должен кровь проливать. И тогда впервые, помню, взяло меня сильно революционное настроение. Должна, хлопцы, тут быть дорога Брусиловская. О, Ленкин, чтоб я умер, Ленкин. А где хлопцы? Что случилось? Я с венгерской границы. Хлопцы где? Шестеро хлопцев порубаны. Зверским манером порубаны. Они шли в авангарде. На них наскочила шайка бандеровцев. Откуда там бандеровцы на венгерской границе? Точно знаю, бандеровцы. Ковпаковцами себя называют. В селах жгут, убивают, вешают. Наверное, через них венгры поставили две дивизии на границе. Нету нам туда хода, товарищи. Нет. Опять сова. По почерку они, их манера. Na also. Ну вот. Morgen werden sie sicherlich ergeben. Завтра мы встретимся с дедом. Шерберг. Ein hungriger Mensch kann es nicht sehr lange in den Bergen. Человек не может долго выдержать голодным в горах, да еще воевать. Sein Geist wird dabei unvermeidlich gelähmt. У него неизбежно наступит паралич духа. Morgen. Morgen. Завтра. Ложись, фашист проклятый, твоя же фашистская пуля убьет, а мне отвечать? Лежи, гад! Let's go.
Сдавайся! Сейчас. Погоди. Только штаны подтяну. Прощай, Василь. Наш друг, соратник, солдат. За каждую каплю священной крови твоей 100 рыцарей враг заплатить. Пускай салютом тебе будет беспощадный огонь по врагу. Ну как, Гурин? 242 номер красного партизана я отпечатал. А вот насчет 243 не знаю. А хотелось бы про Орел напечатать. Сам-то я оттуда, Орловский я. Ну, пошла, Зорька. Еще чуть-чуть, ну. Злась! Kann ich verstehen. Verstehen, verstehen. Пеший пойдешь. Пленного я себе другого добуду, а коняки нет. Verstehen? Nein, alte Trottel. Бестолочь. 10 дней с нами ходит, ничего по-нашему не понимает. Ну вот, хоть на приличного человека стал похож. На! Через 7 километров выйдем в урочище Гниляк, а оттуда через Поленицу на Татаров и дальше в урочище Пихи. Только так мы сможем оторваться от немцев. Товарищ генерал, Сидор Артемович, еще 26 коней пали, осталось 40. Ну, что я могу сделать? Не могут кони. Не могут. 40 осталось. Предлагаю оставшихся лошадей передать в артиллерию. Раненых на носилки, боеприпасы на плечи. Все лишнее бросить. Обоз бросить? Все добро? Товарищ генерал. Бросить? Ну что ты смотришь на меня, как Архангел Гавриил на черта? Бросить понял? Все бросить, приказ командира. А ты куда несешь? Не видишь, куда люди бросают? Без шрифта никак нельзя. Приказ командира, слыхал? Слыхал, не брошу. А по шрифтам у меня свой командир. Василь Петрович. Фу. Скаженный. Василь Петрович, слыхал? Василь Петрович. Эх, Василий Петрович. Оставьте меня тут. Ей-богу, хлопцы. Сами мучаетесь, нас мучаете.
тебе надо увязывать груз как следует. Слушай, веди меня к своему колпаку. Хлопцы, хлопцы, гад по-нашему заговорил. Веди. Давай его, пошли, СС. Я обращаюсь к вам как официальное лицо. Обергруппенфюрер Крюгер проводит операцию по личному указанию самого фюрера. Под его командованием есть 60 тысяч человек. У вас есть 1300 человек, из которых 100 раненых, боеприпасов. Мало продуктов нет. Крюгер вас окружил двойным и даже тройным кольцом. Я 11 дней с вами, и у меня есть глаза, и вы прекрасные солдаты. Я гордился, если под моим командованием были такие люди. Но сейчас ваша гибель неизбежна, но я могу облегчить вашу участь. Каким образом? Я могу принять от вас капитуляцию. Повторите, пожалуйста. Капитуляцию. Вот теперь понятно. Как вы могли подумать, что советский человек, партизан, может капитулировать? Капитуляция по европейским законам есть нормаль. Йосипе, мать, расстреляй его. Товарищ начальник, назначен к вам. В артиллерию. Какой из тебя артиллерист? Ты посмотри на себя в зеркало. Где взять? Это зеркало. Лошадь принимаешь, я при ней. Это лошадь? Ага. Это кошка, не лошадь. Забери его. Да, но зато живучие, Зорькой зовут. Зорька, а у мамы больше, чем твоей артиллерии. Напрягая последние силы, соединение Ковпака пыталось пробиться на правый берег прута, чтобы уйти в Буковину. Но каратели подбрасывали все новые и новые части. 12-й раз за время Карпатского рейда партизаны оказались в окружении. Что ты там говорил, Петровский? А то, что нужно выходить из этих каменюк. Яснее выражайся. А разве я не ясно говорю? Назад ходу нам нету. Так что надо прорываться. Какие еще будут суждения? Прорываться. 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 Согласен. И, пожалуй, лучше всего через Поленницу. Пока сюда не подошел свежий полк егерей. Есть такое предложение. Нанести в районе Поленницы отвлекающий удар. А самим незаметно ночью подойти к Делятину, овладев городом, выйти на Белые Ослабы. Да, но в Делятине ставка Крюгера. Про это мы тоже подумали. Именно там они нас меньше всего ожидают. Такой наглости они от нас и вправду не ждут. Вот карта, пожалуйста. Да зачем мне эта карта? И так знаю. Дороги на Делятин нет, есть тяжка. Через Зеленичу Синячку. Человек пройдет, конь с трудом, а каноны нет. Что он говорит? Сказал, что пушки не пройдут. Как не пройдут? Почему не пройдут? А потому что не пройдут. Смотри, слева скала, сверху небо, а справа пропасть. А там смерть у всем. Еще добу, что из тяжкой ходил, и то конь бока обдирал. Не надо такой дорога! Я найду такую дорогу, где пушки пройдут. Ты не кипятись, Зураб. Есть еще одна дорога. Только на этой дороге 60 тысяч гитлеровцев. Так вот выбирай. Сколько у тебя снарядов? 1,5 бека. Запасливый. Немножко экономим. Так вот, все снаряды артиллерийские и минометные тоже выпустить по врагу тут, в Полянице. Чтобы они поверили, что здесь наши основные силы. Ну а потом? А потом что потом? Что потом? Товарищ генерал, разве можно без артиллерии?
Только доходим с артиллерией. Артиллерия – основная сила партизанского соединения. Артиллерия – музыка для каждого партизана. Разве можно, товарищ генерал? Разве можно без артиллерии? Можно, Зураб, если нужно. Но стреляй так, как настоящий бог войны, чтоб каждый снаряд в цель, чтоб умерла наша артиллерия с музыкой. Иди, чего стоишь? Хорошо, батя, хорошо. Семен, прицел 16, праве 0,5, пронебойним. Огон! Ай, Семен! Ты в каждую ложку и тоже так попадаешь! Леве! 0,04! Огон! Отрывай! Уходи, хлопцы! Уходи! Быстрее! Не прощу! Никогда не прощу! Людей. Подъем. Не спать. Не спать, не спать, не спать. Вперед, товарищи, вперед. Карпо, поднимай людей. Вперед, товарищи, вперед. Еще немного. Время упустим. Подъем, подъем. Подъем, товарищи, подъем. Подъем. Радик, Радик, сынок, не спи. Угу. Вставай. Угу. Я сейчас, отец, встану. Сейчас. Это полное истощение, Семен Васильевич. У них просто нет сил. Галина, нам нельзя останавливаться. Это смерть. Ну, что ты мнеся? Что ты мнеся? Понимаешь, тут у меня такое дело получается. Но там в мешках не взрывчатка. А что? Сахар. Что? Сахар! Да шо ж ты, ирод проклятый, молчал? Сидор, я его еще из-под Тернополя везу. Люди, чуть с голоду не попухли. Как ты мог молчать? Сидор, пойми меня. Я знал, что наступит еще самый лихой час. Кулак. Куркуляка. Очеред, Галко! Иду! Иди сюда. Вот этот у мешках держит сахар. Сахар?
Ну? Водой покруче расколотить и раздать людям. А ну, мотай отсюда! Один момент! Хлопцы, развязывай мешки! Ты слышал? Семен Васильевич, ты слышал? Это же надо такое. Кстати, этот сахар для нас теперь как манна небесная. Ох, сукин сын, чтоб ты сказывся. Не все сразу. Пригори. Все высыпать. Сыпь, сыпь. Давайте. Бери. Вот. Товарищи коммунисты, этой ночью мы должны сделать бросок через горы. Последние 10 километров. И сходу взять Делятин. Об этом нам доложит штаб. Я лишь хочу сказать об одном. Будьте примером. Ведите за собой людей. Знаю. А патрулирует кто? Очень тяжело. Мы много потеряли наших товарищей и еще потеряем. Но вы знаете, что мы делаем. И могу сказать, жертвы наши не напрасны. Вот радиограмма из Москвы. Центр сообщает, что задание боевое мы выполнили. И центр поздравляет нас. И еще, товарищи, наши войска на Курской дуге освободили Орел и Белгород. Сегодня Москва будет салютовать героям. Это будет салют и нам с вами. Ведь и наша частица есть в той победе. Ура! 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 Я то еще гребли рвал. Я не сидел у скели. Что? Да это я так. Ага. Со мной тоже такое было. Пока Петровский сахаром не накормил. Идет. Was ist los? Die Partisanen sind vom Sinatra-Berg in die Stadt eingedrungen. Das 6. Reserveregiment, die Verbindung ist unterbrochen. Sich zu beeilen, Obergruppenführer. Und das 273. Regiment, wo ist es? Bereit. Полк. Обергруппенфюрер. Обергруппенфюрер. Es ist nicht der richtige Moment. Сейчас не самое подходящее время, понимаю. Ich erhielt vor einer halben Stunde ein Telegramm. Но полчаса назад получена телеграмма от Рейхсфюрера. Sie sind ihrer Stellung als Führer SS und Polizei. Вас отстраняют от должности командующего войсками СС и полиции Востока. Ах, не умею я без коня! Да черт с ним, с этим броневиком! Пошли! Давай сюда! Ты кто? Адам. Адам? Скажи своей Еве,
что скоро вернешься. Покажи нам дорогу на мост через пруд, понял? Понял, понял, товарищ. Ну, пошел. Вперед, товарищи! Охрана моста снята! Путь открыт! Вперед, товарищи! Вперед! За мной! Вперед! 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 Надька! Надька! Вернешься назад, скажешь командиру, мост взяли! Я хочу пусть с тобой! Эвакуирует санчасть! Отец, я хочу быть вперед с тобой! Приказы не обсуждают, партизан Руднев. Вперед! О, штаны. А мои ж совсем. Срамоту, видать. А тут вот. Это ж генеральские штаны. Ну, ничего. Ну и хрен с ними. Товарищ генерал, комиссар просил передать. Мост взят, санчасть можно переправлять. В первую очередь раненых переправляй. Где батько? С отрядом пошел на Заречье. От меня ни шагу. Да. Поднял? Зоря! Зорька! Живая! Живая, стой! А ну, слазь, пушкарь! Слазь, тебе говорят! Я не глухой! Идем, моя. Идем, моя. Вперед! Не размагничиваться! Главное, вперед! Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! Со стороны Печенишина и Белых Ослав движется противник с егерами. Около 100 машин. 100 машин. Беспалов! Я! Собрать тех людей, которые в руках могут оружие держать. Есть! Сдерживать противника, пока наши не уйдут в горы. Хорошо! Сам останешься на мосту, будешь всех направлять. Хорошо. На черный поток. Передай Карпенко, что противник появился в Белых Ославах. Буду держать, сколько смогу. Слушай! Soldaten des Führers. Soldaten Führer. Der Gegner. Их мало. Ist schwach. Они окружены. Ist von uns eingekesselt. Атакуйте в темноте. Greift ihn an. По склонам. An den Hängen. Вперед. А ну покажи мне, Василий, белые ослы. Товарищ генерал. Рудин, товарищ генерал. Что такое? Узнаете? О, о. Найшли таки нас. Ми другу неділю туточки. Горіти збиралися. Товариш дивуться. Ту в дому сова з пшечельні. То так, там бадерівчі в тому дому. Чули? Петро Петрович, немедленно возьми хлопцев Дрозда и выбей их оттуда, и уничтожь. Понял. А ну покажите, ребята. Только не балуйтесь, что ты там говорил. Я говорю, бронебойщиков надо бросить к черному потоку. Товарищ командир, мост заминирован. Все готово. Хлопцы, хлопчики мои дорогие, где комиссар? Не видели. На черный поток идите. Последние пройдут, взрывайте к чертям собачьим. У тебя готово? Готово. Занимай оборону. Примет сюда. Прицельным огнем. По колонне! Сейчас! Давай быстро! Хлопцы, воду! Воду! Воду давай! Быстро!
Товарищ командир! Чего? Там комиссара немцы окружили. Что? А где Карпенко? Федя! Федя. За комиссара просить не надо. Хлопцы черту душу отдадут, Сидор Артемович. Передай оборону, оборону лагеря, Дрозду и Охрименко. Федя, приведи комиссара живого и Радика. Только так. Понял? Ясно. Ни пуха, ни пера. И сам живой возвращайся. Мотай. К черту! Мотай! От беда. Товарищ генерал, Сидор Артемович, позвольте мне пойти с ними. Твое галко место в санчасти. Кстати, это твоя сумочка. Есть, за камешками. Возьми за камешком свою сумочку, иди за мной. Ой. Да помоги ж, бо болить. Мы же ранены. Как же так? Мы ж пропадем без вас, без Семена Васильевича, а? Да не каркай, не каркай. Разве же это ранение? Это же царапина, и Семен Васильевич придет. Такие не умирают. Халко! Смотри мне, чтобы ни одна я живая душа на свете не знала, что я раненый. Потому что я ж такой, что могу и застрелить. Комиссар, ты слышишь, Крымов? Сидор Артемович. Опять? Я верю, они живы. Может, ранены, но живы. Ну, чего она от меня хочет? Позвольте мне пойти. Я найду их. Меня немцы не тронут. Я пойду в белом халате. Но есть же международные законы. Врача нельзя трогать. Позвольте мне пойти туда. Какие для них законы? Запрещаю. Товарищ комиссар, жив. Семен Васильевич. Живой. Живой, Федя. Как наши. Мост все проскочили. Пробились, товарищ комиссар. Ушли в черный поток, ждут. Надо еще задержать фрицев, Федя. Пока наши все не уйдут в лес. В лес! Хорошо.
Они не прыгнут. Спустя много лет в своей книге «Люди с чистой совестью» Петр Петрович Вершигора напишет: «Дорого дали бы мы, ковпаковцы, да и не только мы, чтобы ты не ушел тогда вперед во время Делятинского боя. Ушел и погиб. Умный, талантливый человечище, комиссар моей жизни Семен Васильевич». Товарищи командиры, опять мы окружены, и делать нечего. Надо уходить. Но как? Сидор Артемович, можно как беспартийному. Прорываться надо. Шурум-бурум в одном месте, а ударом в другом, и все. Нет, не все. В 812 году Денис Давыдов такой маневр применил. Вспомнила баба, як дивкою была. На наш шурум-бурум велась. Они по этим европейским дорогам, знаешь, какое подкрепление за полчаса подкинут? Мы уже научены горьким опытом. Что ты там говорил про 812 год, Петр Петрович? В 812 году Денис Давыдов такой маневр применил. Попали партизаны в окружение. Раз-два и разошлись в разные стороны. А потом встречаются в определенном месте. Он как? Разошлись в разные стороны. Да. Он, да, конечно, опыт наших предков забывать грешно. Но теперь же не 812 год, а 1943. Разошлись в разные стороны. Это интересно. Но как? А вот как? Повзводно. Поротно, побатальонно. Звездным маршрутом. Молодец, Петр Петрович. Да, это Денис Давыдов. Вместе с Денисом Давыдовым. Молодец. Усекаете штаб? Гриша, Вася, усекаете? Оказывается, не вырываемся мы из окружения, а наступаем по-новому. Они нас ожидают в одном месте, а мы оказывается везде. Вот. И был один отряд, а станет шесть. И били немца в одном месте, а теперь будем в шести бить. И собираемся на Житомирщине. Где? Около хутора Конотоп. 2,5 месяца пробивались разрозненные ковпаковские отряды к хутору Конотоп. В конце сентября уже на Житомирщине встретились первые две группы. Генерал-майор, группа со стом, Петр Петрович. Котом, дорогой. Качать командира! Стойте! Стойте! Подождите! Кто стрелял? Кто стрелял? Хлопчики мои дорогие, вы что ж думаете, война уже окончилась? Еще враг топчет нашу землю. Отменяю салют. Хоть радость у нас с вами очень большая, но патроны, между прочим, надо беречь. Петр Петрович, дорогой мой, скажи ты мне, ты же разведчик. Ты должен видеть на земле и под землей все насквозь. Ты ничего не чул про комиссара? Нет, Федор Тимович, ничего. И про Радика тоже? И про Радика тоже. Вот беда. И Федя Карпенко не вернулся. А комиссар верит, по ночам снится. Живой-здоровый снится. Вернется Семен Васильевич, чтоб я в мэр вернется. Товарищи, вы Мошкина нигде не встречали? Товарищи, вы Мошкина не видели, а? Нет. Платон,
Антон! Ты Севу не видел? Да не волнуйся. Найдется твой мошка. Таких хлопцев пуля не берет. Правду говорю. Да. Сумасшедший, что ты кричишь? Санчасть возвращается! Его босс и поранение все в полном составе. Подтянись, хлопцы! Товарищ командир, веренные мне раненые из Карпат доставлены. Здоров. Здравствуйте. Спасибо. Потерь нет. Даже наоборот. Имеется одно ЧП. Какое такое ЧП? Идемте, покажу. А ну-ну, покажи. Товарищ командир. Да ладно, живой, здоров. Какое же это ЧП? Это же первое партизанское дитя. Козак. Спасибо, Наталочка. Сын, дочка? Сын. Правильно. Как нарекли? Да. Пока безымянный. Хотим Семеном назвать. Семен – это хорошее имя. Зачислить в списке личного состава соединения партизана Семена Павловича Устюжанина. И поставить на довольствие. И поставить на довольствие. Ну и миньор. Товарищ командир. Строительная батарея прибыл. На марше! Пушку добили! Молодцы, спасибо! Спасибо, что живы остались! Батя! Щерить и риме, батя! Мошкин! Вернулся. Сева, я так ждала тебя. Я так ждала тебя. Становись! Первая рота, становись! Товарищ генерал-майор! Куда товарищ генерал-майор! Товарищ командир, отстань, не мешай! Товарищ генерал, герой Советского Союза, дозвольте Изольке встать в этот... торжественный строй, поскольку только одна она осталась из лошадиного поголовья. Она же прошла с нами. Огни и воды. С брянских лесов до самых Карпат. И обратно возвернулась. Разрешаю, Велас. На левый фланг. Ага. Смотрите, еще кто-то идет. На комиссара вроде не похож. Может, наш Карпо? Да нет. Это же медведь. Медведь. Точно, медведь. Медведь! О, медведь! Медведь!
прибув. Де ти, сукін син, так довго ходив? А хто його знає? Куди люди посилали? У тому був, у Галиці. В Румунії? Навірно, не по-нашому балакають. А потім у тому, у Мішкальці. В Венгрії. А далі? У Банській Бистриці. Це вже Чехословакія. А потім у Горліці. Польща. Батюшки, всю Європу, і сходив ножками, а? Ну, з Горліці, це, ну, до Самбора люди сказали. А Самбора через гори навпростець. Михайло, напрямік, а, скороход. Нічого собі. Шрихт. Ух ти. Буковки. Вся типографія. Начальник типографії, Комаров. Принімай шрифт. А зачем, товарищ командир? Ми же новий получили, свеженький. Новий потерпить. Газети печатать старим шрифтом. Бери. Слушаю. Слыхал, пацан? Василий Александрович, нанести путь медведя на карту, как маршрут отдельного свинцового взвода нашего соединения. Есть. Вот так. Ненавистный враг бежит с нашей благословенной земли. Но очень прискорбно мне, браты мои дорогие, что нет сейчас среди нас нашего комиссара Руднева Семена Васильевича. Его сына Радика, Феди Карпенко, героя комбата Николаева, Галини Очерет, Бориса Вакара, Весенка, Висоцького, Шульги, Анопченка, Кримова, Бойка, Фролова, Смельчака Санченка, Камрюленко, Селиванова,